Привет-привет, это снова мастер уровня, и на этот раз Саптерра. Так, делаем шаг назад, чтобы взять дробовик и выбраться из этой ямы. Нас встречают несколько импов. Едва ли это проблема. Подходим к этим дверям, и нас встречают два халлайта уже. Нет. Желание с ними разбираться пока. Уж спустимся вот сюда. И... Телефрагм Ревенанта. Да, получилось. Не всегда получается, но тем не менее. Итак, здесь мы заберем миниган. И если зайти с какой стороны я заходил? С этой? А, да. Здесь телефрагм Ревенанта. Это, кстати, не всегда получается. Но мне повезло. По-моему, с этой стороны... Да, надо зайти. Здесь мы получим красный ключ. И идем сюда же, чтобы открыть эту дверь. Здесь всего один имп. И вот эта вот странная платформинг-секция. Здесь мы попадаем вот сюда, нажмем рычаг, чтобы построить мост. И выберем одну из этих дверей. Я предпочитаю вот эту. Сначала. Мы попадаем сюда. Расстреливаем всех этих ребят. Дергаем вот этот рычаг, чтобы опустить платформу с желтым ключом. И проходим вот туда. О, кстати, желтый ключ. Его мы заберем чуть попозже. А пока что нам нужно забрать ракетницу, которая лежит прямо здесь. Да, она нам поможет разобраться вот с этой группой импов. Прекрасно. Итак, вот здесь разбудим Кокодемона, и я надеюсь, он зайдет в портал, чтобы он попал в ту клетку. Не знаю почему, но мне нравится его расстреливать ракетами именно там. Да чтоб ты. Он уворотливый сегодня. Ну ладно. Так, собираем тут всю плазму, заходим сюда и... Получаем лейп-пима, берем плазменную винтовку, не забываем нажать на это лицо, чтобы получить доступ к синему ключу. Потом покажу, где он, но сначала нам надо разобраться вот с этими скелетами. Это прошло не очень гладко, но ладно. Так, здесь мы можем забрать синюю сферу. И тут за дверью... Ой, уже пришли те халлайты, которые я ставил вначале, но благо здесь прямо есть бессмертие. Итак, вот в этой комнате есть синий ключ, к которому мы получили доступ не так давно. Так. Да, теперь снова вызываем этот лифт, снова идем на тот этаж. Так, ну уже берем вот эту дверь. Да, мы попадаем сюда. Убиваем барона. И оставшихся импов. Забираем желтый ключ. Там, кажется, имп еще живой остался. Ты не спрячешься. Так, проверяем. А, здесь Кокодемон остался жив. Забавно. И открываем эту дверь. Убиваем пулеметчика. Слева будут еще ребята. И вот там. Враги также. Открываем вот эту дверь. Вместе с ней открывается вот этот переключатель, который не делает ничего. Но, бы и нет. Подрастреливаем здесь ребят. Здесь есть портал, который, если зайти отсюда, то мы попадем на секрет. Там синяя сфера была. Также здесь есть BFG. Это не секрет, но почему бы и нет. Так, но мы еще здесь не закончили. На той платформе, где была синяя сфера, есть еще этот переключатель. Вот этот вот.
И если его не нажать, то мы не сможем выйти с уровня. Более того, мы будем в ловушке. Токсичная яме. Итак. Слышь? Так вот, да. Выходим, собственно, да. Все на месте. Выходим. Так вот, если тут переключатель не нажать и спуститься вот в эту вот яму, то мы просто не сможем добраться до платформы с переключателем, который триггерит выход. И выбраться отсюда никак, то есть это все, это как бы конец. Классно, но да. А, уровень достаточно средненький, прямо сказать. Возможно, даже чуть ниже среднего по качеству, но мне что-то нравится в том, как он быстро так проходит в этих вот достаточно динамичных боях. Опять же, если заучить вот эту вот последовательность всех вот этих вот действий, куда идти, что делать и так далее. Иначе тут можно не то чтобы заблудиться, но походить лево-вправо, это немножко раздражает попервой, но тем не менее, да. Ладно. Но опять же, следующий уровень в Master Levels, я его уже поиграл, и он будет намного лучше, он прям шикарный. Опять же, не в визуальном плане, но в плане боев. Ну, в общем, вы видите. Ладно. Всего хорошего и пока.